Полиция Армении начала задержание оппозиционных активистов, проводящих в Ереване акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Митинг проходит у третьего корпуса здания правительства, где расположены ряд министерств, и куда утром прибыл сам Пашинян. Накануне представитель оппозиционного движения «За спасение Родины» Ишхан Сагателян призвал активистов заблокировать все доступы к зданию правительства. Полиция республики еще утром сконцентрировала значительные силы, чтобы не допустить блокировки. А инчекеле кетэ бисэ. О. А иштара ги. А.